Так я тебе и поверю. Да не верь. Что за вера насилием? Потом же в вере никакие доказательства не помогают. Чего? Материальное. Забыл, я сейчас сам должен был вспомнить. Вот, например, спириты. Я их очень люблю. Вообрази, они полагают, что для веры полезны, потому что им черти с того света рожки показывают. Это, дескать, доказательство уже материальное, что есть тот свет. Тот свет и материальные доказательства. А люли! А? А где рожки? А? Какие рожки? Даже если доказан черт, еще неизвестно, доказан ли Бог. Слушай, это я теперь точно в бреду, да? А нашли его лежащим на полу навзничь в своем кабинете с проломленной головой. А ведь у старика конверт был приготовлен с 3000 запечатанными. Под 3 печатями. Ангелами, грушеньки, если захочет прийти, и цыпленочку. И цыпленочку! Нет, берите выше, по всей даже Восточной Европе. Федор Павлович Карамазов, жертва несчастная. Нас, настоящий римский, вместе с кадыком физиономия древнего римского патриция, времен упадка. Родовой дворянин, начавший карьеру бедненьким приживальщиком, через нечаянную женитьбу, схвативший небольшой капитальчик, вначале мелкий плут и льстивый шут, с годами ободряется, приниженность исчезает, остается лишь насмешливый и злой циник и сладострастник. Вот, я думаю. Не могли же черти позабыть, стащить меня ключами к себе в ад, коль я помер. Ну вот ключи, да? Откуда они у них? Из чего? Железные? Ха, где же их там куют? Фабрика, что ли, у них там какая? Духовная сторона вся похерена, жажда жизни необычайная. Так учит и детей своих, духовных, отеческих, каких-нибудь обязанностей. Никаких, он над ними смеется. Он воспитывает своих детей на заднем дворе и рад, что их от него увозят. Забывает об них даже вовсе. Вот, например, иноки в монастыре полагают, что в аде есть потолок. А я готов поверить в ад, но то еще без потолка. Да так оно как деликатно. Просвещённее. А впрочем, не все ли равно с потолком или без потолка? Младший сын Юша, благочестивый, смиренный, прилепился к монастырю чуть сам, не постригся в монахи. Средний брат, один из современных молодых людей, с блестящим образованием, с умом довольно сильным уже ни во что, однако неверующим. Он в нашем обществе был принят дружелюбно, мнений своих не скрывал. Напротив, совсем напротив. Не далее, как 5 назад, в одном здешнем, по преимуществу дамском обществе, он торжественно заявил, что на всей земле нет решительно ничего такого, чтобы заставляло людей любить себе подобных. Что такого закона природы, чтобы человек любил человека, не существует вовсе. И что если есть и была до сих пор любовь на земле, то нет закона естественного, а единственно потому, что люди веровали в свое бессмертие. Мало того, уничтожьте в человечестве веру в свое бессмертие, тогда ничего уже не будет безнравственного. Все будет позволено. Вплоть и до антропофагии? Вплоть и до людоедства. Прекрасно! Прекрасно! Это духовное безудержье! Старший сын отца этого современного семейства, в противоположность европеизму и народным началам, младших братьев изображает как бы Россию непосредственную. Добро и зло в удивительном смешении. Любитель Шиллера, каковым и папаша был. Офицер, где служит, там будет. А большому кораблю известно большое плавание, то есть ему нужны средства прежде всего.
так не кстати. А перед вами шут, шут воистину. Так рекомендуюсь, шут коренной от рождения. Все равно, что юродивый. Не спорю, может, и дух нечистый во мне заключается. Небольшого, впрочем, калибра. Поважнее это другую квартиру выберу. Зато я верую. В Бога верую. Но я только в последнее время усомнился. Зато теперь вот сижу здесь и жду великих словес. А я, ваше преподобие, как философ Дидерот. Вы слыхали, святой отец, как Дидерот, философ, пришел к митрополиту Платону, ну, при императрице Екатерине, вошел и сразу, нет Бога, на что великий святитель поднимает перст и отвечает, речете супит в сердце своем, есть Бог, тот, как был сразу на колени, верно, верно кричит, и крещение принимает. Ну, они вот уже вместе. Княгиня Дашкова была восприемницей, а это тоже, ну, Потемкин. Ладно, князь Потемкин, он крестным отцом. Федор Павлович. Прям Павлович, ну, простите, простите меня, святой отец. Это я про Дидерота, вот последний вот про Дидерота, это я сейчас предсочиню. Ну вот как рассказывал при сочинении. Для пикантности при сочинении. Для того, чтобы милее быть, и тобой ломаюсь. А впрочем, сам иногда не знаю причину. А вам, святейшее существо, вам вот что. Восторг изъявляю, блаженно чрево носивший тебя и сосцы тебя питали. Вот сосцы особенно. А уж какое впечатление вы произвели на моего младшика. Вот тебе удобный случай. Повалиться на нас грешных. Уже очень много мы на земле нагрешили. Я все думал, кто же это поборется за меня? Есть ли на свете такой человек? А, это... Это сын мой. Да. Плоть от плоть моя. Любимейшая моя плоть. Неужели вы действительно такого убеждения о последствиях иссякновения у людей веры в бессмертие души? Нет добродетели, если бессмертия нет. Блаженно вы, коли так веруете, или уже очень несчастны. Почему же я несчастен? Потому что, по всей вероятности, сами не веруете в вечность души вашей. Идея эта еще грешена в вашем сердце, мучает его, и в этом ваше великое горе. Но благодарите Творца, что дал вам сердце высшее, способное такой мукой мучиться.
корни и мудрствуйте, и горних искати, нашего жительства на небесах есть. Сын мой, почтительнейший, так сказать, Карл Мор. А вот тот, вот он, старший, вот, сидит. Это уж не почтительнейший, Франц Мор. Оба из разбойников. Шиллер. Обведите меня, что я его деньги за сапог спрятал. Взял баш на баш. Ну простите, Дмитрий Федорович, разве не существует суда? Там тебе сочтут по всем письмам твоим, распискам и договорам, что все, что у тебя было, все истребил. Да еще мне же должен остался. Да не сколько-нибудь, а несколько тысяч. На что у нас все документики-то имеются? Бесстыдник. Бесстыдник и притворщик. Весь город гудит и трещит от него кутежей. По тысяче, по две за обольщение честных девиц платил. Это нам известно во всех секретных подробностях. А что касается обольстительницы, так она жила в гражданском браке с одним почтенным господином, но характером независимым, крепость неприступная для всех, ибо добродетель, да, отец мой, добродетель. Молчать! Да. Не сметь при мне монарх благороднейшую из девиц. Да. Хотел эту крепость золотым ключом отпереть. Для чего надо мной куражился. Хотел еще 3000 с меня сорвать. Хотя уже 1000 на обольстительницу просолил. Деньги, между прочим, занимали. Беспрерывно. Ложь! 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 Все ложь! Снаружи правда, внутри ложь! А снаружи правда! Вы теперь пытаетесь упрекнуть меня в слабости к этой госпоже, тогда как сами же вы учили ее соблазнить меня и засадить меня хотели, потому что меня же к ней ревновали, потому что сами вы приступали к ней со своей любовью. Мне все известно, рассказывала, смеясь над вами. Вот вам, святой отец, этот человек, упрекающий развратного сына. Ты мерзавец! Несчастные, неудовлетворенные существования наше неполно. Мы широки и широки, как вся матушка Россия. Мы все вместим, со всеми уживемся. Разом созерцать две бездны и одну над нами. Бездну идеалов, другую внизу. Бездну самого нищего и зловонного падения. И обратите внимание на сюжет. Отец виновал старшего сына к женщине скверного поведения, а сам же с этой женщиной сговаривается засадить сына в тюрьму. Пусть один гад сожрет другую гадину, обоим туда и дорога. И обратите внимание на сюжет. Отец виновал старшего сына к женщине скверного поведения, а сам же с этой женщиной сговаривается засадить сына в тюрьму. Зачем? Зачем жил такой человек? Нет, скажите мне, как можно было позволить ему бесчестить собой землю? Слушайте, монах, слушайте, поцелубийца. Алло?
Изреките, великий старец, кто из них, из сыновей моих, дерзнул отца своего убить? А что касается этой женщины, с кем убедили, так она может быть святей вас самих, господа спасающиеся. Невозможно. Совершенно невозможно. Она, может быть, в юности пала заеденной средой. Но она возлюбила его, и Христос ей за эту любовь простил. Да Христос не за такую любовь прощает, отец! За такую, сын мой! За эту самую! Вы тут на капусте спасаетесь! И думаете, что праведники, да? Пискариков кушаете! В день по пискарику! И думаете, пискариками Бога купить! Невозможно! Абсолютно невозможно! Простите его всем! Простите его! Что же это? Вновь? Это что же? Эмблема какая-нибудь? Боже! Боже! Уходи! Ступай! Ступай от меня, милый! Ты им, братьям, нужен! Уходи из монастыря! Запомни сие, юноша! Как только сподобит мне Бог представиться, и уходи из монастыря, совсем иди. Ты нужнее миру, чем здесь. Благословляю тебя на служение в миру. Запомни слово мое отныне, ибо не только дни, но и часы мои сочтены. Господи, не остави нас. Господи, в покаянии прими нас, Господи. Господи, дашь нам мысль благу. Господи, дашь нам слезы и память смертную, и умиление. Господи, не остави нас. Господи, дашь нам хорошо, что ты сам оглянулся, а я чуть было не крикнул тебя. Брат. Дмитрий. Поцеловать тебя хочу. Люблю одного тебя, Алеша. Одного тебя. Да еще одну подлую, в которую влюбился и с тем пропал. Но влюбиться не значит любить. Влюбиться можно, ненавидя. Запомни это. И теперь, пока весело говорю,
Ну, так я теперь не во сне лечу и не боюсь. И ты не бойся. То есть боюсь, но мне сладко. То есть не сладко, а восторг. Эх, черт, ну да что бы ни было, я теперь намерен уж все говорить, брат. Ибо хоть кому-нибудь надо же сказать. Ангелу в небе, я уж сказал. Ну надо же и ангелу на земле, Алеша. Ты ангел на земле. Ты выслушаешь, ты рассудишь и ты простишь. Вот иду я. Не знаю. Вонь ли попал и позор, или в свет и радость. Вот и где загадка. И во всем на свете загадка. И даже когда мне случалось погружаться в самый-самый глубокий позор разврата, мне только это и случалось. Садом или красота? Верь, что в Содоме-то она и живет. Тут дьявол с Богом борются. А поле битвы – сердца людей. А? Знал ты эту тайну или нет? Ты краснеешь, у тебя глаза сверкнули. Я не от твоих речей покраснел, а от того, что я то же самое. Ты-то? Ну, хватит. Немного далеко. Нет, недалеко. Все одни и те же ступеньки. Я внизу, а ты на верхней. День на 13-й. А кто ступил на нижнюю, тот все равно когда-нибудь ступит и на верхнюю. Ну, стало быть, совсем не вступать. А ну, можно совсем не вступать. А тебе, Алеша, тебе можно? Кажется, нет.
Леша, я ведь сперва всего пошел ее, Грушеньку, бить. Лешка, двинулся я ее бить, а в ней остался. Глянула гроза, ударила чума, заразился и доселе заражен. И сгиб. Я говорю тебе, у Грушеньки, у Шельмы есть такой изгиб тела. Он у ней даже на ножке отразился, даже на левом пальчике, мизинчике отозвался. Видел, целовал, говорит, хочешь, выйду за тебя замуж, ведь ты нищий. Ты что, и вправду на ней женишься? Да знаешь ли ты, невинный ты мой мальчик, что все это бред, немыслимый бред, ибо тут трагедия. Ты несчастье, да. Ты, пропадай, моя сало, ты же буду мужем ее, удостоюсь супруги. А придет любовник и выйду в другую комнату дворником. Дворником буду у нее на дворе. У ее приятелей калоши отгрязить, чищать, самовар раздувать и на посылках бегать. Смрадный переулок и инфернальница. Отец, отец! Нет, послушай, юридически он мне ничего не должен. Все я у него выбрал. Алеша! Но нравственно должен он мне или нет? Ведь он с материных 28 тысяч пошел, 100 тысяч нажил. Должен был мне только 3 тысячи, 3! И душу мою из ада извлек бы. А ведь он перед смертью всю ее Грушеньку поджидал с конвертом. А на конверте написано: ангелу моему Грушеньке, конечно, захочет прийти и цыпленочку. В конверте ровно 3000 было. Мне лакей Смердяков сказал, кроме нас троих и не знал никто. Но ведь если бы она пришла к старику, разве мог бы я тогда на ней жениться? Это тебе Смердяков сказал про пакет? Леша, под величайшим секретом. Под величайшим. Thank you.
что? Монашек. Бог есть? Есть Бог. Есть. А ты что скажешь? Есть бессмертие. Ну, хоть какое-нибудь, ну, хоть маленькое, малюсенькое. Нет бессмертия. Что, никакого? Никакого. Все. Совершеннейший ноль. Или все-таки нечто. Может, нечто-то какое-нибудь есть? Он не совершенный, не абсолютный же ничто. Совершенный ноль. А ты что скажешь? Есть бессмертие? Есть бессмертие. И Бог, и бессмертие? И Бог, и бессмертие. В Боге и бессмертие. О. Хорошо, коль так. Только вероятнее-то он прав. Господи! Сколько же этой веры, сколько сил потратил человек даром на эту мечту. Это уж сколько тысяч лет. Кто ж так смеется-то над человеком? Да, черт должно быть. А черт есть? Нет, черта тоже нет. Жаль! А, черт возьми, что бы я сделал с тем, кто первый придумал Бога? Повесить его надо на горькой осине. Ха! А вот мы сейчас у Смердякова спросим. Смердяков? Слушаюсь. Смердяков, прочти нам свою лакейскую проповедь об вере. Что ты на сей счет полагаешь? А? Сказано в Писании, коли имеете веру хотя бы даже на самое малое зерно, и притом скажете сей горе, чтобы съехала в море, то она и съедет ни мало, ни медля. Вот я, например, человек неверующий, а вы, к примеру, верующий. То попробуйте сами сказать сей горе, чтобы не то, чтобы в море. А ну, в нашу речку вонючую, что за нашим забором, то увидите сами, что ничего и не съедет. А это означает, что и вы не веруете. Опять-таки, и то взявши, что никто в наше время, не только свы, но решительно никто не может спихнуть горы в море, кроме, может быть, одного человека на всей земле, много двух, да и то где-нибудь там, в секрете, пустыни египетской спасаются, так что их и не найдешь вовсе.
Так или так, коли все остальные выходят неверующие, то неужели ли всех остальных, кроме каких-нибудь тех двух пустынников, а проклянет Господь, а при милосердии своем никого из них не простит? Стой! Стой, стой, стой! Стой! Значит, ты полагаешь, что двух-то таких, ну, которые горы могут сдвинуть, что они все-таки есть? Ха! Это же весь русский человек тут сказался. Это совершенно русская вера такая. У Смердякова совсем не русская вера. Да я не об вере. Я об одной этой черте, ну о двух этих пустынниках, об одной этой черточке. Ну это же по-русски, ну совершенно по-русски. Ну да. Ну? Черта совсем русская. Ну, червонца стоит твое слово. Но в остальном ты врешь. Знай, дурак, что мы здесь все в легкомыслии своему не веруем. Потому что времени Бог мало на земле дал. В одню только 24 часа. Тут не то, что покаяться, тут выспаться и успеешь. Это ты ему столь любопытен, что он залезет. Чем ты его заласковал? Ай, ровно ничем, так уважать меня вздумал. Хам, лакей. Кстати, передовое мясо. Когда срок наступит? Передовые? Будут другие, будут лучше. Такие тоже будут. Но сперва будут такие, за ними уже получше. Алексей Федорович, вот я все думаю, если дьявола не существует, и, стало быть, создал его человек, то создал его по своему образу и подобию. Так? Ну, в таком случае равно, как и Бога. Молодец. Прям поймал меня на слове. Молодец. А пусть, я даже рад. Хорош, наверное, твой Бог. Если его создал человек по своему образу и подобию. Ты знаешь, я ведь любитель и собиратель некоторых фактиков, веришь ли? Записываю и собираю рассказы, журналов, откуда попало, некоторого рода анекдотики. У меня уже хорошая коллекция. Ну вот, дельце. Девочку маленькую, 5-летнюю, возненавидели отец и мать. Нет, образованные, почтеннейшие, воспитанные люди. Ты знаешь, очень многие любят мучить детей. Любят даже самих детей в этом смысле. Тут именно незащищенность этих созданий соблазняет, их ангельская доверчивость, а это-то и распаляет.
гадкую кровь, а во всяком человеке, конечно же, таится зверь гневливости, сладострастной распаляемости, ну, зверь нажитых в разврате болезней. Так вот, вот эту бедную девочку родители били, секли, пинали ее ногами, в холод, в мороз запирали ее на всю ночь в отхожее место. А вот за то, что она не просилась ночью, вот за это они обмазывали ей все лицо ее калом и заставляли ее есть этот кал. Да, да, да. Мать заставляла, понимаешь эту ахинею, а? А, друг ты мой, брат ты мой, послушник ты мой, Божий, смиренный. Это вот это сам, понимаешь? Для чего же эта ахинея так нужна, а? Вот для чего же она создана? А, без нее, говорят, прожить бы человек не мог на земле. Ну, не познал бы тогда добра и зла. Скажи, а для чего же мне познавать-то тогда? Это чертово добро и зло, когда это вот столького стоит. А если весь мир познания не стоит слезок вот этого вот ребеночка к боженьке, смотри, я тебя мучаю, а? Ты прям как будто бы прям не в себе. Чего? Нет, нет, ничего, ничего, я тоже хочу мучиться. Давай еще один пример. Давай еще одну картинку. Только одну, уж очень больно характерную. Живет себе генерал, богатейший помещик, в своем поместье в 2000 душ. Чванится, третирует мелких соседей, как шутов своих. И вот, дворовый мальчик, маленький мальчик, всего 8 лет. Пустил, как-то играя камнем, зашиб ногу любимой генеральской гончей. Ну, докладывают генералу, тот берет его от матери. На утро, чем свет, выезжает на охоту. Да, мальчика генерал велел раздеть. Гони его, командует генерал. Ну, беги, беги, кричат псари. Мальчик бежит. А ту его, вопит генерал, затравил на глазах матери, и псы растерзали ребенка в клочки. Вот, а генерала, кажется, в опеку взяли. Ну вот что, расстрелять, что ли, его надо было, а? Ну, для удовлетворения, так сказать, ну, нравственного чувства. Расстрелять! О, уж коли ты так сказал, значит, браво, схитрый. Для чего ты меня испытуешь? Слушай меня! Я взял одних деток только для того, чтобы вышло очевиднее. Об остальных слезах человечества я уже ни слова не говорю. Что мне в том, что виновных нет? Мне нужно возмездие. Иначе я себя истреблю. И возмездие не в бесконечности. Где-нибудь. Нет, уже сейчас, вот здесь. На земле. И чтобы я его сам увидал. Потому что я веровал. И я хочу сам видеть. А если я к тому часу буду уже мертв, тогда пусть меня воскресят! Ибо если это все без меня произойдет, знаешь, тогда будет мне это слишком... Ну, обидно! Нет, когда я сам доживу до того момента! Ну, али воскресну, чтобы увидать-то его! Ты знаешь, я и сам, да я воскликну вот вместе со всеми. Глядя на мать, обнявшуюся с мучителем ее дитяти, да, 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 прав ты, Господи! Но я не хочу тогда восклицать. Пока еще время, я спешу себя оградить, и потому я... От высшей гармонии совершенно отказываюсь. Она не стоит. Слезинки хотя бы только одного, вот того замученного ребенка, который бил себя кулачонками в грудь и молился в зловонной конуре своей неискупленными слезками своими к боженьке, она не стоит, потому что слезинки его остались неискупленными. Как же они должны быть искуплены? Иначе не может быть этой вашей гармонии. Хорошо, подожди, подожди, подожди. Чем ты их искупишь? А? Чем? Неужели это возможно? А? Неужели тем, что они когда-нибудь там будут отомщены? А тогда зачем мне их мщение? Да зачем мне этот ад для мучителей? Что здесь ад может поправить, когда те уже замучены? Потом, какая же это гармония тогда, а? Если ад... А я простить хочу. Я обнять хочу, я не хочу, чтобы страдали больше.
Ну а если страдания детей пошли на пополнение той суммы страданий, которая необходима была для покупки истины, утверждаю заранее, вся эта ваша истина не стоит такой цены. Не хочу я, наконец, чтобы мать обнималась с мучителем, растерзавшим ее сына псами. Она не смеет прощать ему, если хочет. Хорошо, пусть она простит за себя. Пусть простит мучителю безмерное материнское страдание свое, но страдание своего растерзанного ребенка она не имеет права простить. Она его не смеет простить мучителя, даже если сам ребенок простил их ему. Ну а если они не смеют простить? Ну а где эта ваша гармония? А если во всем мире существо, которое могло бы и имело право простить? Нет. А я не хочу гармонии. Я ее из-за любви к человечеству не хочу. Да лучше я останусь со страданиями моими неотомщенными. Хотя бы был я неправ. Да и слишком дорого оценили гармонию. Ну не по карману нашему вовсе столько платить за вход. И потому свой билет на вход я спешу возвратить обратно. Если я только честный человек, я его обязан возвратить как можно заранее. Вот. Ни Бога я не принимаю. Я только билет ему. Почтительнейше. Это же бунт! Ты не веришь в Бога! А в сущности, какое мое дело, а? Да мне бы до 30 только дотянуть. А там Куба Коппа! Болит и тебя. Не надо. Ты не философ, как в прошлый раз. Не можешь убраться, давай, давай, ври. О, сплетничай. Ты же приживальщик. Давай, сплетничай. Сошарму. Приживальщик, приживальщик. Кто же я на земле, если не приживальщик? Кстати, я вот слушаю тебя немножко, не влюблю, ей-богу. Ты начинаешь принимать меня за нечто, и в самом деле не за твою только фантазию. Ни одной минуты. Слышишь, ни одной минуты я не принимаю тебя за реальную правду. Я сейчас с кем говорю? Ну, конечно, я сейчас сам с собой говорю, а не ты. Хорош. Это же болезнь моя. Ты призрак, я только не понимаю, я тебя вижу во сне или наяву, эй! Ты что, моя галлюцинация? Мне нравится, что мы с тобой прямо на ты! Дура! Слушай, я тебе вы, что ли, стану говорить? Бронишься, а сам смеешься. Хороший
Ты кто? Это... Это ты, что ли, Смердяков? Я? Я один только тайные знаки знал на случай, если Грушенька придет. Сначала тук-тук, а потом обождавший три раза поскорее тук-тук-тук. И другой. На случай, если что-то экстренное произойдет. Сначала тук, а потом обождавший один раз гораздо крепче тук. Брату вашему эти тайные знаки тоже были известны. Почему известно? Ты передал. Как же ты смел передать? Ну, от этого самого страху. Каждый раз напирали, я тебе говорю, обе ноги сломаю. Не открывал бы. Ну, я ж в припадке лежал. Слушай, что это за ахинея? Ты не сам ли так подвел, чтоб все сошлось? Ну, как же так подвелся? Для чего подводиться? А для чего он к старику пришел? Ну, по единой их незлобе. Им совершенно было известно, что у старика конверт большой приготовлен, под тремя печатями, а в нем 3000 рублей. Ангелу моему Грушеньке и цыпленку. Что за вздор? Мой брат не мог прийти грабить деньги и при этом отца убить. Он его мог убить за Грушеньку, как дурак, иступленный, злобный дурак. Нет, грабить он не пришел бы. Очень на деньги ему были нужны. Притом эти деньги они почитали как бы за свои собственные. Мне говорили, что старик остается должен ровно еще. Если ты все это знал, зачем мне уезжать советовал тогда? Ты что, знал, если я уеду, тут все это произойдет? Совершенно верно-с. Совершенно верно-с! Говорю. Вас жалеющий. Слушай, ты, кажется, большой идиот. И уж, конечно, ты страшный мерзавец. Какой же ты... Мерзавец. Ты страшный мерзавец. Старец приставился! Старец приставился! Мыслю, что есть ад, страдание о том, что нельзя уже более любить. Раз, только раз в бесконечном бытии дана была духовному существу, появлением его на земле, способность сказать себе «я есть и я люблю». Раз, только раз дана была ему возможность любви деятельной, живой, а для того он появился на земле, для того дана была земная жизнь, а с нею времена и сроки. И что же?
отвергл сие счастливейшее существо дар бесценный, не оценила его, не возлюбила, взглянула насмешливо и осталась бесчувственна. Говорят о пламени адском материальном. Не исследую тайну сию и страшусь, но мысли, что если бы и был пламень материальный, то воистину обрадовались бы ему, ибо только в муках материальных способно оценить человечество муки духовные, да и отнять у них эти муки духовные невозможно, ибо мучение сие не внешнее, а внутри их. О, есть и по аде прибывшие гордыми и свирепыми, несмотря уже на знания бесспорные и созерцание истины неотразимой, приобщившиеся сатане и гордому духу его всецело. Для тех ад уже добровольный и ненасытный, ибо сами прокляли себя, прокляв Бога и жизнь. Злобную гордостью своей питаются, как если бы голодный в пустыне кровь собственную свою из своего же тела сосать начал. Но ненасытимы во веки веков, и прощение отвергают, Бога зовущего их проклинают, Бога живого без ненависти созерцать не могут и требуют, чтобы не было Бога жизни, чтобы уничтожил Бог и все творение свое. И будут гореть в огне гнева своего, жаждать смерти и небытия, и не получат смерти. И не получат смерти. И не получат Я намерен как можно дольше на свете прожить, но не монахом. А впрочем, в одном монастыре есть подгородняя слободка. Так уж всем известно, что в ней только монастырские жены живут. Ну, так их называют. Штук 30 жен. Я там был. И знаете ли, интересно. Ну, в смысле разнообразия. Скверно только, что русизм уже. Француженок совсем нет.
А могли бы быть средства знатные. Проведают, приедут, как вы думаете? Знаете, на фоне, ну вы слышали, да? Не только посещение женщин не разрешается, а никаких даже существ женского рода. Ну там индюшечек, телушечек, тьфу, грустность. Я человек особый, странный я человек. А впрочем, Ким, довольно часто встречаюсь. Вроде бы бестолковый, а дела обделывать умеем. Помещик я был маленький. В именице-то вообще не жил. С молоду по чужим столам бегал обедать. Но кое-чего прикопить сумел. 100 000 чистыми деньгами. Ежели между нами. Вроде бы жил сумасбродом, но эта бестолковость особенная, национальная. Женат был 2 раза. Первая жена была девушка умная, красивая и к тому же преданная. Из бойких, знаете ли, умниц. Здесь вот что припомнилось. Знал я одну девицу, всегда могла самым спокойным образом выйти замуж. И господин был очень приличный. Так она сама напридумывала себе непреодолимые препятствия и в одну бурную ночь бросилась с высокого берега в реку, довольно глубокую. Офелия, одним словом. Здесь надо полагать главное, что не будь тот утес столь живописен, а будь на его месте плоский берег, так и жила б себе замужем детишки кругом. Так вот, моя первая была в этом же роде. Иначе бы за меня не пошла. Не пошла. Пикантно еще в том заключалось, что дело кончилось увозом. Случай единственный в своем роде. К тому же приданное. 25 000. Ну, жизнь вышла беспорядочная, со сценами. До драки даже доходила, не поверите. Ну, натурально, сбежала с семинаристом. Тот погибал от нищеты семинариста. Так что бедняжка добралась до Петербурга, ударилась в эмансипацию и вдруг как-то умерла на чердаке. То ли от тифа, то ли от голода, ничего не известно. Вторая совсем молоденькая была сова. Из сироток, кроткая, как говорится, дочь какого-то дьякона. Ой. Замечательной красоты была девочка. И вид главный, такой невинный. Меня эти невинные глазки, как бритвой по душе полоснули. Но у ней потом сделалось что-то вроде нервной женской болезни. Временами даже как будто рассудок терял. Да. Ну и это померло. Господь прибрал. Такая, значит, история. А для меня во всю даже мою жизнь не было безобразной женщины. По моему правилу, в каждой женщине можно найти чрезвычайно, черт возьми, интересное, чего ни в какой другой ты не найдешь. Только надо уметь находить так. Вот в чем штука. Это талант. Для меня мовешек не существовало. Уже одно то, что она женщина. Уже одно это половина всего. Босоножку и мовешку
надо сперва удивить. Вот как за нее надо браться. Удивить. До восхищения, до пронзения, до стыда, что эти бары в эту черняк влюбились. Истинно слава, что всегда будет такая половочка. А и только этого ты надо для счастья жить. Я, милейший, ну, хочу еще лет 20 на линии мужчин стоять. Ну, до 75, вот то. Потому-то мне сейчас каждой копеечкой нужна. А как они ко мне старому доброй воли-то не пойдут. Тут мне денежки-то и понадобятся. Я и до конца хочу в скверне-то свои прожить. В скверне-то слаще. Все ее ругают, а все в ней живут, только тайком. А я открыто. Вот потому-то за простодушие-то мое все сквернавцы на меня и накинулись. А я в рай-то не хочу. Да порядочному человеку, ну, в рай-то как-то даже неприлично. Даже если он там и есть. Нет, по-моему, так. Ну, и не проснулся. И нет ничего. Вот моя философия. Пожил и точка, помог. Поминайте меня, коль хотите, а не хотите, так и черт вас возьми. Поехал, Ванька, попите. Ты, ямщик. Я не буду. Ямщик. А знаешь ты, что надо людям дорогу давать? Нельзя давить человека, нельзя людям жизнь портить. Стегни левую, коли загубил кому жизнь, коли испортил кому жизнь, наказуй себя, наказуй, казни и уйди. Беззаконие. Но не суди меня, Господи. Не суди, потому что я сам себя осудил. Не суди, потому что люблю тебя. Мерзок сам, а люблю тебя. В ад пошлешь, и там любить буду. И оттуда буду кричать, что люблю тебя во веки веков. Но дай мне долюбить, дай! Дай здесь, сейчас! Ибо люблю и не могу не любить царицу души моей. Прискочу по добрые дни, права ты, права, что мимо меня прошла. Прощай, забудь свою жертву, не тревожь себя никогда. Давай, гони, гони вскачь, подкати с треском, чтоб все знали, кто едет. Я еду, сам еду! Нет! Не повинен. Не повинен.
крови отца моего не повинен. Хотел убить, но не повинен, не я. Выпейте-ка воды. А? Выпил, господа. Ну что, господа, ну давите, косните, решайте судьбу. Итак, вы положительно утверждаете, что в смерти отца вашего Федора Павловича невиновны. Страшное обвинение, господа. Точно пол был горошины. Но кто же убил отца? Кто мог убить, если не я? Да, вот кто мог убить? Вот! Какие страшные трагедии устраивает с людьми реализм. Глупо! Да, ревность, невозможно себе представить всего позора и нравственного падения, с которым способен ужиться ревнивец без всяких на то угрызений совести. И не то, чтобы это были бы грязные или подлые души, нет, с сердцем высоким, с душою чистой можно в то же время прятаться под столы, подкупать подлейших людей, уживаться с самой скверной грязью шпионства и подслушивания, в то же самое время трудно себе представить, что может простительной ревнивец, это, скорее всего, и прощаю! Это знают все женщины! Ревнивец способен очень скоро развеяться после страшной сцены в начале. Простите, уже почти доказанную измену, уже почти виненные им самим объятия и поцелуи. Казалось бы, что в той любви, за которую он так подсматривает, чего стоит та любовь, которую надо столь сильно сторожить? Довольно, как сказал Тургенев. Боже, оживи поверженного забора. Ну, к делу. К делу, господа. Господа, мы это в один миг и покончим. И потому что послушайте, господа, послушайте! Господа, но ведь если я знаю, что я не виновен, то уж, конечно, в один миг покончим. Запишите. В пьянстве он виновен, в буйстве виновен, и внутри, про себя, в глубине своего сердца виновен. Но убийство старика отца не виновен. Это дикая мысль. Это совершенно дикая мысль, господа. Вы опять водиться. Да я докажу, вы убедитесь, вы будете сами хохотать над вашими подозрениями. Вы же опять не любите покойного Федора Павловича, были с ним постоянно в какой-то ссоре, вы даже изволили произнести только, что будто хотели убить его. Не хотел убить! Да хотел, к несчастью, господа, хотел! К несчастью, много раз хотел! Хотел! Хотел, могли, господа! Пусть рама выяснится за принципом руководства, воли его, по уверенности к личности родителям! Господа, я не скрывал своих чувств! Весь город знает, тысячи свидетелей. Факт налицо, факт говорит, кричит. Но ведь чувство, это ж другое. Это... Видите ли, господа, мне кажется, что про чувства вы не имеете права меня спрашивать. Это дело мое. Это дело мое, интимное, внутреннее. Я вас понимаю, вы, конечно, обличены. И понимаю, что в данном случае на меня улики страшные. Всем говорил, что его убью, а его вдруг и убили. А я вас извиняю, господа. Я вас вполне извиняю, потому как я сам поражен до эпидермы. Потому что кто же меня наконец убил, если не я? Господа, я хочу знать, где он убит, чем и как. Скажите мне! Медико! Можешь говорить.
очень даже могу. Ну, скажи. Ведь ты знал? Конечно, знал. А как же было не знать? Наперед ясно было. Только как можно было знать, что себя так поведут? Что? Что? Что поведут? Подожди. Ты не виляй. Ты уже предсказал, что с тобой подучие будет. Тот час, как ты в погреб полезешь, правильно? Ты прямо на погреб указал, видишь, брат? Ты мне сейчас очень многое разъяснить должен. Только ты знай, голубчик, я тебе с собой играть-то не позволю. Зачем мне такая игра, когда мне на вас все упование? Единственное, как на Господа Бога. Во-первых, я же знаю, подучию нельзя наперед предсказать. Я справлялся. Ну не виляй ты! Как же ты тогда предсказал день? И час еще с погребом, а? Ну как ты мог наперед узнать, что ты провалишься именно в этот погреб при папке, если ты не притворился в подучи нарочно? В погреб надлежало и без того идти в день по несколько даже раз. Точно так же год назад. Я же с чердака полетел. Конечно, подучи нельзя предсказать днем и часом. Но предчувствие всегда же можно иметь. Погреб как предузнал? Дался вам этот погреб. Я тогда в погреб полез, потому что в страхе был и в сумлении. Больше в страхе, что вас, лишивши, ни от кого же защиты не знал в целом мире. Конечно, спасаться мог, чтоб ваш братец какого скандала не сделали, эти самые деньги не унесли, которые они почитали как бы за свои собственные. Но кто ж знал, что убийством кончится? Я думал, эти деньги, которые у старика под тюфяком лежали, они похитят. Они взяли и убились. Ой, хитришь ты со мной, черт тебя дери. А я догадывался. Что ты говоришь? Я догадывался о мерзости какой-нибудь с твоей стороны. Врешь, опять не врешь! Помнишь, я уезжал, ты мне сказал, с умным человеком поговорить любопытно. Вот это для чего ты мне тогда сказал? Да я эти слова произнес не в похвалу, а в попрекс. Попрекс? Какой попрекс? Какой еще попрекс? Попрекс. А то, что предчувствие такую беду собственного родителя защитить не хотели. Это что? Ты думал, все такие же трусы, как ты, да? Да я думал, что и вы такой же, как и я. Слушай. Если я подумал тогда о чем, слышишь меня? Если я подумал тогда о чем, я клянусь тебе, только промежность с твоей стороны брат мог убить. Мог, что он украдет, я тогда не поверил. Нет. А я все с твоей стороны всякой вот этой мерзости все. Ждал. Подожди. Ты же сам мне сказал, что ты притворяться умеешь подучи. Подожди, это для чего ты мне сказал? Так сказал, по единому простодушию. Чтоб похвалиться перед вами, сказал. Слушай, я тебя вовсе не подозреваю, даже считаю смешным обвинять. Давай, выздоравливай.
Да нашли его лежащего на полу, навзничь, в своем кабинете, с проломленной головой. Страшно, господа. Что за принцип вы упоили вас? Ваша ревность и кличность родителя! Что с твоей ревности? Да, ревность. И не одна ревность. Свора из-за денег? Да, из-за денег. Речка шла о 3000, будто не отданных по наследству. Какое 3? Больше 3. Больше 6. Больше 10. Я всем говорил. Всем кричал. Те 3000, спрятанные под подушкой для Грушеньки. Я считал все равно, что своей собственностью. Вот что, господа! Видите ли, господа, вы, кажется, принимаете меня совсем за иного человека, чем я есть. А перед вами благородный человек. Благороднейшее существо, человек, наделавший бездну подлостей, но всю жизнь бывший и оставшийся благороднейшим существом, как существо внутри, в глубине. Ну, словом, я не умею выразиться. Именно тем ты мучился всю свою жизнь, что жаждал благородства, был страдальцем благородства, искателем его с фонарем Диогеновым. А между тем всю свою жизнь делал одни только пакости. Как и все мы, господа. Нет, не как все, как я один. Один! Один! Сами, кажись, больны. Ишь, осунули с лица, на вас нет. Оставь ты мое здоровье. А чего глаза пожелтели? Белки совсем желтые. Учите, что ли? Говорю вам, идите домой, ложитесь спать, ничего не опасайтесь. Я не понимаю, чего мне бояться. Ай, не понимаю. Охота умному человеку комедию такую себе представлять. А чего руки так одном ходят, а? Пальцы-то дрожат. Говорю вам, идите домой, ложитесь спать. Не вы убили. А я знаю, что не я. Знаете? Ну говори. Ну говори, все говори. Гадина, говори вы тогда! Вы убили! Вы самый главный законный убийца есть! А я ваш приспешник был, слугой верным! И по слову вашему это дело не совершил! Как совершил? Ты что? Разве это ты убил? Неужто правда ничего не знаю? Нет, я боюсь, ты... Это ты призрак, что ли, передо мной сидишь, а? Никакого призрака нет. Кроме нас двоих, да еще некоторого третьего. Кто третий? А? Говори, кто третий, говори, кто! Третий? Бог. Только вы его не ищите. Вы не найдете. Да ты солгал, что ты убил, да? Сумасшедший.
сумасшедший. Вот. Примите. Что? Тут 3000, хоть не считайте. Пальцы-то дрожат. Ты меня испугал с этим. Неужто вправду ничего не знаю? Нет, я не знал. Я на брата думал. Брат! 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 Вот как было, господа. Слезы ли чьи? Дух ли светлый облобызал меня в то мгновение? Но черт был побежден. Да, я пришел к отцу. Да, тайные знаки подал, чтобы отворил окно. Да, выхватил пестик и бросился от окна к забору. Что? Что? Ни одному слову не верите. Не понимаю. Старик с проломленной головой, а я трагически описал, как хотел убить, и как уж пестик выхватил, а вдруг от окна убегаю, поэма, поэма в стихах. Можно не поверить на слово молодцу, насмешники вы, господа. А какие же это были знаки? Знали-то про знаки, покойник еда, Смердяков, да еще небо знало. Запомните и запишите про небо, это будет не лишним, а вам и самим Бог понадобится. А ведь если знал про эти знаки Смердяков, то не он ли, постучав условленно, заставил себе отпереть и затем совершил преступление? Подло, потому что я не убил, ну, в таком случае, черт отца убил. Ах, я не буду ехать. Черт. Через черта все про это и узнали. Я вам теперь уж во всей своей инфернальности признаюсь. Это черт был. Черт! Черт! Слушай, а ты один убил, без брата или с братом? Самым естественным манером было сделано с ваших тех самых слов. Ну, обо мне потом. Все, дескать, позволено, говорили. А теперь вон, как испугались, лимонад освежить очень может. Нет, я не хочу лимонаду. А как ты это сделал? Как? Самым естественным манером. С ваших тех самых слов. Я упал тогда в погреб. Ты притворился в падучи, да?
Понятно, что притворился. Во всем притворился. И ждал вашего старшего брата. А как ждал? К себе? Зачем к себе? В дом ждал. А если бы он не пришел? Тогда бы ничего бы не было. Без них бы не решился. Даже если бы старик деньги из-под тюфяка за образа перепрятал, я один только знал. А если бы он не убил? Они не убили. Вы виновны во всем. Вы самый главный законный убивец и есть. Я убийца. О Боже, почему я убийца? Почему? Вы жажду имели смерти родителей. Я имел эту жажду, да? Я имел эту жажду, да? Я ее имел? Несомненно, имели. И это дело мне молча разрешили. А пресс-папье у них чугунное на столе, помните? Фунта 3 в нем будет. Размахнулся. Да сзади его, в самый висок угол. Слушай, я так много хотел тебя спросить еще. Забыл. Все забываю, путаюсь. Скажи, неужели ты тогда все на месте и решил? Помилосердствуйте. Заранее все было обдумано. Что мы с тобой прямо на «ты». Дурак, что же я тебе «вы», что ли, стану говорить? Не надо, не философствуй. Не можешь убраться, ври, сплетничай. Ты же приживальщик, давай сплетничай. Приживальщик. Кто же я на земле, если не приживальщик? Кстати, я услышать тебя немного дивлюсь, ей-богу. Ты начинаешь принимать меня за нечто и в самом деле, а не за твою только фантазию. Ни одной минуты. Ложь, болезнь моя, призрак. Только все скверные мысли мои берешь, а самое главное — глупый. Ты же глупый пошел.
Слушай, я тебя не вынесу. Я даже не знаю, что мне делать. По обыкновению принято на земле, что я падший ангел, ей-богу. Не могу себе даже представить, каким образом я мог быть когда-нибудь ангелом, но я людей люблю. Люблю искренно. О, тут меня во многом оклеветали. Ведь я сам, как и ты же, страдаю от фантастического, а потому и люблю ваш земной реализм. Тут у вас на земле все очерчено, все формула, все геометрия. А у нас там сплошные неопределенные уравнения. Я тут у вас хожу и мечтаю. И я тут у вас на земле становлюсь суеверным. Пу-пу-пу. Все ваши земные привычки перенимаю в баню торговую. Влюбил ходить, моя мечта. Это воплотиться. Только уж безвозвратно в какую-нибудь толстую семипудовую купчиху войти в церковь и поставить Богу свечку от чистого сердца. Ей-богу так, ей-богу так, ей-богу. Да ты меня не слушаешь. Я за это ходил вчера к доктору. Ну что, как твое здоровье? Дурак. Да ты опять бронишься, а? Пожалуйста. Не хочешь? Не отвечай. Тут опять ревматизмы пришли. У черта ревматизмы? А почему же и нет, если я иногда воплощаюсь? Я сатана, ничто человеческое, мне не чуждо, вот просудился. Да не у вас туда, а еще там. Ну где там? Я самым естественным образом поспешал я на один дипломатический вечер. Но, естественно, фраг белый, галстук, перчатки, я был еще, бог знает, где еще. Предстояло перелететь пространство в пространство. Кто в этих, в эфире-то мороз-то какой-то, вообрази, во фраке, в открытом жилете. Духи-то не замерзают, но уж коль воплотился, одним словом, светреничал на 30 градусах мороза. Язык к топору мгновенно примерзает, а на 150 градусов! А там может случиться топор? Топор? Топор. Вот что там станется с топором? А что станется с топором в пространстве? Нет, примется, я думаю, летать вокруг Земли в виде спутника. Астрономы вычислят восхождение, захождение топора, занесут в календарь. Слушай, ты ужасно глуп. Ну, правда, ври умнее, что хочешь побороть меня реализмом, да? Верить, что ты есть, не надо, мне скучно с тобой. Друг мой, ни в одном уме дело каким-то там довременным назначением, которое я никогда разобрать-то не мог. Я был определенно отрицать. А между тем я искренне добрый к отрицанию. Совсем не способен. Не, говорят, ступай отрицать. Без отрицания не будет критики, а без критики будет одна осанна. Я, впрочем, во все это не вмешиваюсь. Не я сотворял, не я и в ответе. Я, впрочем, всю эту комедию понимаю. Я, например, прямо и просто требую себе уничтожения. Нет, говорят, живи. Без тебя ничего не будет. Без тебя не будет происшествий. А надо, чтобы были происшествия. Вот так и живу, скрипя сердце. А между тем я тебе еще раз повторю, что отдал бы всю эту надзвездную жизнь. Сечные почести заодно только, чтобы воплотиться в душу семипудовой кучи и войти в церковь, поставить Богу свечку, отчитывать. Неужели и ты в Бога не веришь? Как тебе сказать, если ты серьезно? Есть.
Бог? Или нет? Да ты серьезно. Видишь ли, в самом деле не знаю. Вот, великое слово сказал. Знаешь, а Бога видел, значит, ты не сам по себе. Все, значит, ты я. Ты есть я. А ты все-таки веришь в меня? Базар, ты с каким отрицаешь меня судьбу? Нет, нет, я на сотую долю тебе не верю. На десятитысячную! Гомеопатические это доли самые сильные. Ни единой минуты. Знаешь, я так желал бы в тебя поверить. А вот это признание. Но я тебе и тут помогу. Я в тебя крошечное семечко веры брошу, а из него вырастет дуб. Ты негодяй, ты все для спасения моей души стараешься. Надо же когда-нибудь хоть одно доброе дело сделать. Я, может быть, единственный во всей природе, кто любит истину и искренне желает добра. Thank you.
будет.